Наша ловушка для мышки готова. Скорей! Попался! Он попался! Там внутри какие-то черви. Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, ребята. И, конечно же, вы все написали, что это шестая. Ну, правда, некоторые написали, что это мальчик из фильма «Оно». Но нет, друзья, это шестая из фильма «Маленькие кошмарки». И я хочу прямо сейчас устроить опрос или мини-игру. Давайте закажем на сайте Darknet либо слепого уборщика. Он будет под номером 1, либо саму шестую, и она будет под номером 2. Голосуйте ниже в комментариях. Ну а прямо сейчас, ребята, 3 ваших самых страшных комментария. Погнали! 1, 2, 3. Фу! Я надеюсь, что вам нравятся мои видео, они жуткие и страшные, ну а также одновременно прикольные. Поэтому, друзья, пожалуйста, давайте наберем 10 тысяч лайков на этом видео, и тогда мои видео будут выходить чаще, ребята. А так я публикую свои видео в среду, пятницу, субботу и воскресенье 4 раза в неделю, друзья. Ну а сегодня мы вместе с вами будем заказывать на сайте Darknet Chuck E. Cheese. Кто это, вы узнаете через пару минут. Да, друзья, Chuck E. Cheese – это мышонок. Но не просто мышонок, а мышонок Экзи. Итак, друзья, у меня уже открыта страничка сайта Darknet. И прямо сейчас мы заходим в раздел именно Chuck E. Cheese. Да, это мышонок, но это не просто мышонок. Это мышонок-аниматроник. И заказывать мы его будем сегодня на сайте Darknet, потому что он должен быть жутким. Хотя на страницу он выглядит довольно-таки дружелюбно, даже машет своей рукой. Ребята, давайте же узнаем, что это за мышонок. Chuck E. Cheese – это сеть американских семейных ресторанов и развлекательных центров. Они специализируются на продаже пиццы и других продуктов фастфуда, друзья. Это, видимо, как Макдональдс и KFC, но только главным героем, видимо, в этих ресторанах и сети фастфуда является именно мышонок Cheese, Chuck E. Cheese, его зовут Чак. Вау, это очень-очень круто. А также имеет сеть различных развлечений с аркадными играми, аттракционами и аниматрониками. Аниматронные игрушки-роботы. То есть этот мышонок-робот. И внутри него должны быть какие-то металлические вещи, и он развлекает своих посетителей. Бренд получил свое название от своего главного символа. Аниматроника по имени Chuck E. Cheese. Веселой мыши, которая поет и взаимодействует с гостями. Слушайте, ребята, какова цена? $3,299 за этого Chuck E. Cheese. Страшного просто муви мышонка. В 3 часа ночи мы его закажем и откроем. Посмотрим, что у него внутри. Проведем обряд вселения. Сделаем эту игрушку живой, ребята. И посмотрим, что он делает. Может, он нам станцует или споет. Или, может быть, поэтому он изображен таким добреньким. Потому что он, возможно, не страшный. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Если бы он был бы не страшным, его бы не запихали на сайт Darknet и не дали бы такую огромную цену. Но, ребята, перед тем, как купить этого мышонка, я бы хотела подробнее посмотреть про этот ресторан. Посмотрите, здесь очень-очень круто, всяких много развлечений. Это их сайт, и на самом деле главным героем является этот мышонок Chuck E. Cheese. Очень-очень круто, ребята. Это реально американский ресторан, так что если вы когда-то были в Америке, это, по-моему, в штате Техас он находится, или собираетесь полететь с родителями в Америку, в другую страну, то обязательно посетите этот крутой ресторан, друзья. Ну а мы закажем этого Chuck E. Cheese Экзи. Погнали! Фух! Отлично, спасибо за покупку, друзья, мы купили просто за бешеные деньги самого страшного аниматроника-мышонка на всем мире. Просто вдумайтесь, что сейчас будет, вы увидите буквально через несколько секунд.
Итак, ребята, прямо сейчас я получила Чака Чиза, этого мышонка-аниматроника. Смотрите, у него логотип этого семейного ресторана. И он, ребята, не особо, конечно, похож на такого мышонка, который там, ну, я надеюсь, что это хотя бы чем-то напоминает Чака Чиза, который веселит всех в своих крутых фастфуд-ресторанах. Давайте же сделаем обряд и оживим эту живую игрушку. Привет! Hello, Chuck and Cheese, where are you? I'm fine. Okay, go to me. Так, ребята, отлично. Я уже вся в предвкушении, потому что в России и, как я знаю, в Украине, наверное, и в Беларуси вообще в принципе нет. Эти рестораны находятся только в Америке, поэтому этот персонаж, возможно, вам и не знаком. Но, ребята, я скажу вам честно, этот аниматроник ночью тоже работает в этих ресторанах. И если прийти туда ночью, то, возможно, ты увидишь, как он там живет и что он делает. Это реально черный мышонок-аниматроник. Ладно, берем доску для вызова духов. Нашу старинную, пыльную, запылившуюся доску Уиджи. Для того, чтобы провести обряд и сделать этого мышонка живым. Итак, Чаки Чиз, я хочу оживить тебя. Сейчас я проведу обряд вуду магии. И настоящий американский Чаки Чиз вселится в эту живую игрушку, которая специально сделана для того, чтобы мы провели с вами этот обряд. Погнали! Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Чака Чиз, вселись в эту проклятую живую игрушку. Чака Чиз, вселись в эту проклятую живую игрушку. Чака Чиз, вселись в эту проклятую живую игрушку. Черт! Он ожил! Внутри него демон! Внутри него реально демон! Черт! Исчез. Он не дался. Он исчез. Нет, именно, все получилось. Теперь нам остается найти этого мышонка. И мне кажется, что я знаю, как это сделать. Чака Чиз. Он любит развлекать своих гостей. Давайте представим, что мы у него в гостях. Слышу. Чака Чиз. Музыка. Чака Чиз. Чака Чиз. Где ты? Он постоянно где-то, как будто там. Слышал смех? Слышал? Чака Чиз. Слушай, я не знаю, нам нужно как-то его привлечь. Подожди, я не знаю, может быть как-то... Чака Чиз, давай с тобой потанцуем. Я не знаю, что придумать. Нужно как-то заманить его сюда. Может быть, я не знаю, у нас есть какая-нибудь пицца или что-нибудь, что, возможно, блин, то, что он любит. Подожди, у нас есть... Слушай, сыр, у нас сыр есть. Сыр, отлично. Свечки, сыр. Где? Точно. Смотри, давай устроим типа ему праздник. Раскидай везде да, сыр. Да, сейчас сыр. Мы сделаем ему сырный тортик. И он обязательно придет. Смотри. Так, отлично. Ты прям сюда втыкай свечи, поджигай. Давай, ладно. Нет, это слишком большой торт ему. Ладно. Давай так. Отлично. Огромный кусок вот торта для Чак. Чак и Чиз. Черт. У тебя сегодня день рождения. Чак и Чиз. Ребята, мы приготовили для него этот
маленький сырный тортик. Для того, чтобы его поймать, нам нужна мышеловка, друзья. Иначе мышку не поймают. Но только у нас будет необычная мышеловка, потому что у меня нет того, который захлопывается. А мы придумаем ловушку. Прямо сейчас мы ее сделаем, ребята, а вы увидите это буквально через секунду. Так, друзья, наша ловушка для мышки готова. Когда она будет есть торт, я нажму на кнопку, и ловушка упадет и захлопнет мышку. Установим ее здесь, на штатив. Так, отлично. Вот так. Тихо. Так. Главное, чтобы она не увидела эту ловушку. Отлично. Тихо. То есть она вот так и сработает, понял, да? Угу. Сейчас. Здесь много лески размоталось. Принеси ножик. У меня много размотается. Тут специальная конструкция. Отлично. Так. Так, ножик. Отлично. Так, давай ножик, давай. Так, смотри. Что тебе? Получается, она накроет ее и оденется. Она накроет ее и поймает. Теперь нам главное вот это вот надо, вот это повернуть. Вот так. А, черт, почему же она у меня слетает? Я же ее завязываю. Так, очень сложная, ребята, конструкция, поэтому все очень долго здесь. Я стараюсь сделать специальную петлю, которую, когда ты дернешь за веревочку, она должна будет накрыть эту мышку. Это очень сложный узел. Меня учили им вязать очень-очень давно, когда я ходила в скаутские отряды. Он реально очень-очень сложный и запутанный, этот узел. Он должен будет и опустить ловушку, и поймать мышь. Я думаю, что прям так будет прям прикольно. Мышь придет за... Мышка, смотри. Чак-и-Чиз приходит, кушает тортик. Я нажимаю на специальную веревочку, и она опускается и ловит ее. Здесь сверху утяжелитель. И когда я нажму на веревку, он быстро опустится и накроет мышь. Все, теперь пошлите. Позовем его. Чак-и-Чиз, приди к нам на праздник. Чак-и-Чиз, приди к нам на праздник. Чак-и-Чиз, приди к нам на праздник. Чак-и-Чиза в ловушку, он здесь, ребята. О, господи, черт, посмотрите, этот мышонок попался в сети. Черт, как он прыгает, бесится. Да успокойся ты уже, все, тихо. Теперь нужно его аккуратно достать. А, друзья, скорее. Ладно, мы посмотрели, что реально этот мышонок живой. Теперь нужно лишить его этой вуду-магии. Чак-и-Чиз покинет этот мир. Чак-и-Чиз покинет этот мир. Чак-и-Чиз покинет этот мир. Глаза. Точно. Нужно достать его аккуратно оттуда. Черт. Раз, два, три. Снимай проклятие. Черт. Впервые я не могу отрезать глаза. Представляешь, что? А, черт. Чак. Я лишаю тебя магии. О, господи. Он превратился в очень милого мышонка. Но мы сейчас разрежем его и узнаем, что делало этого проклятого мышонка настоящим зверем, который пугал нас своими танцами или песнями. Он что-то пел, танцевал, он хотел просто убежать. На самом деле он был не очень сильно злым, ребята, потому что он даже не напал на меня. Но мы прямо сейчас разрежем и посмотрим, что у него внутри. Раз,
два, три. Отлично. О, Господи. Черт, сколько здесь этой проклятой ваты. Какая-то она странная. И, ребята, она, честно сказать, она очень сильно пахнет жареными фастфудной пиццей и всякой прочей едой, гамбургерами и что-то еще. Ребята, я что-то здесь нашла. Погодите. Сейчас. О, черт, Господи, ребята. Посмотрите. Посмотрите, внутри него куча аниматроников ФНАФ. Походу, это его друзья, так как этот мышонок тоже аниматроник. Он, наверное, сожрал своих конкурентов, которые были в пиццерии ФНАФ. И он не хотел, чтобы они там находились, поэтому он их сожрал, друзья. Возможно, они дали ему какую-то силу, силу аниматроников, чтобы он стал крутым и жил ночью в своей пиццерии, в своей пиццерии Чика Чиз, ребята. Это просто жесть. Ладно, давайте посмотрим. Здесь обязательно бутылочка. Господи, посмотрите, там внутри какие-то черви, ребята. Это просто жесть, Господи, это просто не может быть, ребята. Это зелье нужно для того, чтобы завершить полностью обряд и облить этого мышонка, сжечь, а прах закопать. Все это делать будем, ребята, когда растает снег и наступит весна, и мы поедем в наш дом мистики, друзья. Давайте достанем всех этих бедных аниматроников, которых сожрал этот мышонок. О, Господи, посмотрите, ребята, вы знаете, кто это? Это сам Фредди ФНАФ, друзья. А это его друзья тоже, аниматроники из второй серии, Чика и так далее, другие, я правда всех их не знаю. Посмотрите, ребята, он сожрал всех аниматроников, а самый главный аниматроник находится в самом сердце этого мышонка, то есть он как бы составляет его корсет. Посмотрите, возможно, это очень-очень сильный какой-то магический эффект создает, потому что... Действительно, внутренним скелетом этого мышонка является сам Фредди Фёзбери, Фредди ФНАФ, Фредди аниматроник, ребята, посмотрите. О, Господи, он живой, что ли? Нет, он давал ему жизни при помощи этого лазера, это как будто красное сердце, ребята. Это как будто красное сердце внутри этого Чак и Чиза. Друзья, это просто жесть. Я надеюсь, что там больше ничего нет. И мы все проклятие практически сняли. Осталось только сжечь и закопать этого мышонка. Это было самое сумасшедшее видео. Я думаю, что нам уже пора заканчивать. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И до новых видео. Всем пока!